Гося. А давай поиграемся. Где Гося? Ой, спрятался Гося. А где Гося? Гося где? А ему и тут неплохо. А, вот так надо делать, да? Ну, ладно. А где Гося? Гося спрятался? Нет. Телек любит смотреть. Ага. Полюбил. Тот те дни не смотрел вообще его. А ты куда собрался? Иди играйся, яблочко кушай. Гош, у тебя там яблочко есть. Бери, кушай яблочко. Иди, бери, кушай яблочко, зайчик. Сюда шкурочки давай положим. Сюда кидай шкурочки. Водички хочет. А там есть вода? Да, там есть вода. Открывай, открывай, пей. Только ровненько ставь, чтобы не разлить, зай. А, после кубки я захотел воды. А моя ты рыбочка. Ровненько ставь. Ровненько, ровненько. Зайка, уронишь. Давай сюда поставим. Мама давай поможет. И вот так закроем, да? На игрушечку. Играйся игрушечкой. Ой, разбирай. Интересно. Разбирай игрушечку. Вот папа верхнюю снимет. Давай, играйся. Обратно складывает, так засовывает. Смотри, сначала синенькую, какую потом зелененькую, вот эту дай маме, красненькая, голубенькая. Нет, у него разбирать хорошо получается. Давай разбирай. Потому что я туда орешки туда кидал, и он их разбирал, доставал. Собирать надо что-то как-то придумать. А пойдем понизу погуляем здесь. Вот иди, слазь сюда. Вот здесь вот погуляешь, потопаешь ножками. Слазь. Молодец. Гуляй иди, ходи, гуляй, гуляй, гуляй. За мамой не ходи, он за тобой, Наташ. Пойдем на велик. Пошли? Помоги нам тогда. А он не хочет на велик. И ведь сказал про велик, он вниз. Там машина. На свою любимую лесенку. На свою любимую лесенку. Именно на эту ступеньку. Да, Гошка? Ладно, друзья, до новых встреч, до новых включений. Обнимаем вас до хруста. Цените, любите друг друга. Пока-пока.